Всем привет! В прошлое воскресенье, 6 декабря, у нас прошел розыгрыш на канале. Это информация для, ну, для тех, кто впервые смотрит мой канал, либо там для новых подписчиков, да, то есть это еженедельный розыгрыш, который я провожу по воскресеньям. Вот это счастливые обладатели скинчиков, которые были разыграны. В это воскресенье также состоится розыгрыш. Информация о нем будет где-то вот там, вот где-то вот здесь вот должна быть информация об этом розыгрыше, да? То есть дата розыгрыша. А всю остальную информацию я напишу в комментариях под видео. Поэтому розыгрыш в это воскресенье будет проходить немножечко по другим условиям, да? Вот это условие, как на мой взгляд кажется, позволят повысить шанс выигрыша моим постоянным зрителям, там, да, потому что я прислушиваюсь к своим подписчикам, к своим зрителям прислушиваюсь, вот, и надеюсь, это позволит увеличить шанс, вот, и, ну, собственно говоря, будем сейчас открывать кейсы, и сегодня у нас довольно необычный сайт, в плане того, что называется он FireSkin. Я вообще, честно, что за сайт, понятия не имею. Тут у меня есть небольшая сумма денег. То есть я уже, честно признаюсь, я имею на этом сайте определенную историю. Давайте я покажу вам, что у меня тут есть. Вот. Ну, больше не загружать. То есть вот это вот все. Не помню, что я тут. По-моему, я закидывал 150 рублей, чтобы попробовать кейс. Что-то мне тут нападало. Как нападало, я этого уже не помню. Ну, все-таки какая-то сумма вот тут у меня осталась, там я все напродавал. В общем, будем открывать. Пополнил я на 150 рублей, чтобы был доступен вот этот вот фри кейс. У меня здесь есть 3 попытки. И у меня тут есть еще бонус. Вот такой вот. До пункта прокрутка любого бесплатного кейса. Я его использую. И посмотрим, добавит ли мне это попыток. То есть 4 стало, добавило, отлично. Ну и смотрим, что в принципе с него может выпасть. Давайте медленно. Так, а мне что-то кажется, у меня звука что ли нету. Или что? Звук, а подожди, стой, что-то я это. За 8.50, ну мы это продаем. Так, давай-ка, я что-то совсем забыл про то, что стримчики у нас музыкальные стримчики-то должны быть. Вот. Давай еще раз закрутим. Смотрим. Посмотрим, что, как и чего. Ну, что-то синее, да? Ну, тоже фигня. Тоже, скорее всего, фигня. Давай еще разок. Проверим здесь апгрейды. По-моему, они тут есть, да? Кейсы, контракты. По-моему, апгрейдов нету. Ну, значит, не проверим. Не знаю, в общем. Tomcat. Не знаю, значит, что мы тут проверим. Ну, что-нибудь проверим. Я ничего с этого сайта не... Что-то за 15, да? А, вот, апгрейды есть, да? Ну, значит, где-то есть. Давайте потом, на потом оставим. А где здесь найти апгрейды? Что-то я не вижу тогда, вот. А, вот они, сверху все. Контракты, апгрейды, то есть все нормально, есть. Отлично. В общем, что я предлагаю? Что я предлагаю? Блин, мне кажется, что-то это громковато все равно, как-то ты херачишь. Давайте вот так сделаем. Что-то мне кажется, там громковато. Пооткрываем, короче, вот эти вот кейсики по разу. Пока, в принципе, должно что-то это. По одному разу откроем, посмотрим. То есть проверяем вообще, что за сайт. Случайно увидел его у одного из ютуберов. А, закончились скины, поняли? Скины закончились. Прикол вообще, да? Прикол. А, так тут каждый раз надо, да, тогда получается вот так выбирать. Копейка, не канает. Давай, кейс бомжа. Ну, куда же мы без кейса-то бомжа там, да? Куда же мы без него? Ну, мог бы и фиольную дать. Че ты тут стоишь? 11. Давай, вот эти, короче, мы... Сейчас пока по разу, потом блин. Посмотрим, что да как. Потом посмотрим, поглядим. А тут одна синь, да? То есть вообще все в подряд синяя летит. Расти какая-то. Расти, здрасте. Не. Все, что меньше 10 рублей, то есть я не буду. Все, что меньше 10 рублей, я не буду. Блять, может какой-нибудь просто попробовать что подороже бомбануть? Xbox, Desert Eagle, AUK. Тут какие-то начинающие ютубер. Экстрим. Ну-ка, сколько у меня? О, давай мы, короче... молодой ютубер откроем. Ну, как бы. Я, конечно, ни хера не молодой.
Ну, ютубер, да, посмотрим. Посмотрим. Ну, вроде что-то фиолетовое. И сколько ты? 62. Ну, так, давай тебя оставим. Молодой ютубер. Молодой ютубер что-то более-менее такое дал, да? Так, теперь давай молодой стример. Что? Теперь еще... А сейчас мы узнаем, что круче. Что круче, ютубер или стример? Стример, собственно говоря, стример или стрёмер? Вот. Походу, это стрёмер. Походу, это стрёмер там, да? Ну, что ж, если стрёмер, так стрёмер. Что-то как-то это, Готэм. Ах ты ж, что бы такое? FIFA, Na'Vi, герои Marvel. Не, такое прям это... Что бы такое? Так, что, армейское мы открывали? Файсэвн, ТЭК, ПО, ПРО. Давай мы... Хер его знает, что за русский мясник такой. Русский мясник. Маньяк. Может, это про маньяк? Про Чикатило, может, кейс какой-нибудь. Из той серии, там Чикатило, типа, русский мясник. 19. Давай. Шо пробнем. Только не русский мясник. Давай кейс алкаша. Вот, алкаша. Алкаша я более-менее знаю. Алкаша я более-менее знаю, более-менее понимаю. А, ну как знаю, понимаю. То есть, что такое алкаш, я, по крайней мере, понимаю. Ну, херня, да? Херня вообще ни о чем. Ухо-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 хо. Давай, что у нас тут еще? О, еще денежка есть, да? Ну, как бы балабас, если честно, полный. Балабас. Мне бы хотелось, конечно, на апгрейдах что-нибудь. Ну, может, какая-то... Фастфуд, короче, в своем репертуаре. Блять, я что-то не понимаю, что за иерархия тут, конечно, такая. Ну, черт с ней, ладно. Free, шми, level, evil. Так, что тут еще может быть? Фармим тайное. Что значит фармим тайное? Ну-ка, сколько ты тут? Фармим тайное, только... Ну-ка, давай по 9 рублей. Давай 10 сразу. Откроем 10 сразу. О, полетело, да? Пролетают все скины. Все, пролетает. Ну и что мы тут сфармим из тайного? Серость одна, да? Че мы тут? На 24 рубля сфармили аж. Охереть. Вот это мы сфармили. Вот это мы... А че, 97 рублей у меня осталось? А сколько? Мне показалось, что у меня там 200 рублей было, да? Че? Либо я там что-то... Ну-ка, фармим азимов. Давай посмотрим. 97... А сейчас 97. Что-то я... Либо лыжи не едут, либо я ебанутый, да? Хер его знает. Хер его знает. Ну, что? Алоха, как же без нее, да? На 32 рубля, поняли? Ну, что я... Так, вот этот мы оставим. Это. И вот это продаем. Что там у нас получается по 30-46... Ну-ка, вот так вот, от нуля до 9 там, да? Ага. А, ну 9 это самый дешевый получается, да? 36. Так, фармим. О, давай фармим нож. Хули нам кабаном, давай. Сейчас как залетит у нас тут ножик. Вот и все, вот и вам и весь... Вот вам и fire skin там, да? Сейчас как залетит ножик. Ну, почти, да, то есть еще чуть-чуть не дотянуло. Ну, зато что-то тут за 25 рублей дало. Так, это продаем, что остается? 11 там, да? Пробуем еще разок. Открываем. Ну, и... Bumbles. За 8. Ну, давай продаем и еще разок открываем. Короче, мне такой... Подкидывает по чуть-чуть такой. Ну-ка, говорит, давай посмотрим. Ну... Что, тоже 30 рублей стоишь? Нет. Все. Короче, с тебя это. Давай посмотрим, что у меня есть там. Контракты, предметы. Сортировка. Тут как? А, доступно для продажи. 6. Ну, как бы не густо там, да? То есть не густо. 60, ну, сотка. Ну, рублей на 200. То есть где-то рублей на 200. Давай попробуем в апгрейде залететь. И по... Так, конечно, по стоимости мы... По стоимости мы начинаем стоимость от сотки. От сотки, вот так.
Тут 100. О, ёптать, я тут даже это... Тут даже 10% не получится там, да? Хер с тобой, давай смотреть. Может на 5 залетит, так я тогда вообще охерею. На 5, если залетит. Ну, это не случилось. Ладно, пробуем еще разок. Продолжаем дальше. Минимальный пока берем. Минимальный, по крайней мере, берем. То есть шанс 5% там, да? Такой типа подкрадывается там, да? Ну-ка давай еще разок пробуем. Пробуем. То есть шансы повышаются. Не, ну хоть что-то мне надо же отсюда прилично это вынести. Ну хотя это так. Че, а я особо как бы и не рассчитывал на то, что отсюда что-то можно будет вообще забрать там, да? То есть я, в принципе, сюда шел с таким настроем. Бля, что-то мне кажется темновато там, да? Я уже под конец, что хер тут вообще что-то. Ну он прям так пух, махом останавливается. Вот, поэтому не факт, что он тут что-то даст вообще. Ну вот, 10% теперь есть, да? Не факт, что он здесь что-то даст. Серьезное такое. Так, ну тут не залет, да? Угу. Хорошо, хорошо, пока идем. Пока идем хорошо. Так, ну тут уже надо повышать ставочки. Ну, давай вот эту вот возьмем штуку, да? Ну и ФАМАС попробуем. Давай попробуем ФАМАС. Давай. Хер, херушки там, да? Пробуем еще, пробуем тебя. Ну тут, не, мы же так, мы же на 10%, да? То есть вы же помните, что мы же на 10% пробуем. Так, 41, мне надо... До. Так, до. Маг, не он. Давай вот тебя. Да, 10% есть. Давай. Угу. И, ну, тут, скорее всего, тоже. Тут, скорее всего, тоже полный балабас. От 600. Давай нарисуем. Чтоб проще было. Вот, МК Сайрекс там еще, да. Ну, давай тебя попробуем. В общем, то есть, ну, скорее всего, все апгрейды сливные. То есть, тут... В принципе, и гадать нечего, да? А подожди... О, да, все, сливное. Все. Ну, что, ребят, вот такая получилась проверочка вот этого сайта. Выводы делайте сами онлайн. Ну, хотя тут показывает онлайн 453 человека, да? То есть, ну, что-то мне кажется, вот это вот... Она ни хера не двигается. Лента вообще не двигается для 400 человек онлайна. То есть, это, наверное, что-то подобное Just Case. Вот. Хотя я могу, конечно, и ошибаться. Все вы видели своими глазами. Выводы делать, ну, то вам, выводы делать вам, то есть, ну, как бы, минус 500 рублей за, просто за один заход, в общем. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки и, конечно же, принимайте участие в розыгрыше, который пройдет у нас вот 13 декабря в это воскресенье. Всем пока!